виду обычный домофон. На самом деле умная комплексная система. Она разработана на основе технологий Сколково. Электронный замок для входа в подъезд выполняет функцию видеонаблюдения. Под зорким оком камеры – дворовая территория, гуляющие дети и припаркованные автомобили. Архив видеозаписей доступен полицейским. С помощью кнопок домофона любой житель сможет связаться с сотрудником единой диспетчерской службы 112. В случае возникновения экстренной ситуации домофон оповестит об этом жителей. В случае возникновения какой-то экстренной ситуации, пожар, утечка газа, либо что-то еще техногенного характера, диспетчер МЧС с своего места может начать эвакуацию людей. Может эвакуировать как одну квартиру, как один подъезд, дом или целый район. Домофон при входе в подъезд также сообщит жильцам о предстоящем ремонте, уборке снега или другом мероприятии. Пилотный проект реализуется по соглашению инвестора и управляющей компании под контролем муниципальной власти. Администрация городского округа здесь не несет никаких затрат с точки зрения бюджетных. Все это делается за счет средств инвестора. Жильцам платить больше не придется, если они используют только систему домофона. По результатам пилотного проекта администрация Самары будет решать вопрос о дальнейшем развитии в городе аналогичной системы безопасности. В целом гибридный комплекс «Безопасный город» будет решать технические задачи городского хозяйства, управлять энергоресурсами, транспортом и ЖКХ. Инесса Панченко, Алексей Золотенков, «События».